Большая кирпичная труба 76 метров высотой на ЖИКО, которая находится на территории на границе между котельной ЖИКО и ПАД «Облэнерго», тоже в аварийном состоянии. Акт нашими данными получен. Тоже 30 метров, это вчера мы получили акт, 30 метров аварийной зоны. Находятся гаражи «Облэнерго», паркинг работников «Облэнерго». Но высота 76 метров, сквозные дыры на высоте 76 метров, два кольца крепления, анкерные кольца лопнули, анкерные крепежи лестниц лопнули. Акты уже есть. Ремонт колоссальный, поэтому мы попытаемся минимально закрепить трубу и на следующий год просить средства 669 тысяч сметная стоимость. 1160 метров футировки внутренне высыпалось. Труба 1928 года. Ее никто после этого ни разу не делал. Когда была угольная котельная, образовался 1,5 сантиметровый соляной налет на трубе. Вот фотографии тоже, акты, фотографии.